Сегодня мы на площади памяти в Архангельске. Вот, кстати, памятная дата, когда что захоронили, когда что установили. Там часовня сейчас пророка Ильи. Вот такой монумент. Там какие-то новые могилы, если посмотрите, что там такое, и вернусь. Да, тут могила погибших в исполнении военского долга, как-то всегда. То есть, при исполнении военского долга, при спецоперации. Ну, их много. Второй. Булат Виктор Васильевич. Оружие Кирилл Антонович. 32-го года рождения, 195-го. Венки. Данаев Александр Геннадьевич, 91-го года рождения, в апреле погиб. Димов Денис Александрович, 99-го года рождения, в апреле погиб. Это вот рядом с воинами интернационалистами, 87-го года рождения, Нарошин Дмитрий Юрьевич. Много-много интернационалистов. Зайцев Иван Геннадьевич. 89-го года. Что у меня тут, как я уже говорил? О, ты. Молодой совсем. Герой не умирает, только рядом быть перестают. Отцепить лица. Кирилл Александрович здесь такой, коронный. Да. Солодун Николай Николаевич. 95-го, 9 марта погиб. 2-го года. Почему-то фотография такая странная. Как на свадьбе. Это панорамное видео. Вот. Новые захоронения. Их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять человек похоронены здесь. Вот такой памятник. Солдатским матерям, насколько я понимаю. Это аисты. Ржавли. Матерям. Ну, ты перешел уже обратно. К афганскому кладбищу. Еще один победник. Вот атомы из Афганистана. И забор, вот, ребята, называется. Из орудий. Вот. Ладно. Я это уже снимал, кстати. Это видео у меня есть на каналах. Там, не знаю, повторяться, не повторяться. Но главное, ехал посмотреть в войнах, похоронях. Кстати, военная операция. Вот этот список. Ребят погибших в афганской... Где это чеченская уже пошла? Вот чеченская. У нас 105-й год. Это не как-то перемешку. О, это 2007 год. Ну тут вторая, первая чеченская компания, и вторая. Вторая, она как бы еще. 14-й год. Все равно погибают. На самом деле, зачем мне... Лося или оленя с Бразилии на заборе. Вот. Погиб при исполнении служебных боевых задач в городе Грозном. Погиб при исполнении служебной боевой задачи в республике, Чеченской республике. В Чечне. Я разброс снимаю, здесь уже здесь афган. Ну, здесь не все похоронены. Скорее всего, кто-то все на родине. Ой, какой молодой. Вот след.
тоже погибшие в Афганистане. Такой еще памятник участникам локальных военно-военных конфликтов. Здесь перечислены страны, где воевали. Абхазия, Алжир, Ангола, Афганистан, смотрите, Йемен даже, Япония. Ну, Куба, понятно. Все. Оценка. Погибшим ликвидатором аварии на ЧАЭС. Памятник. Это, я понимаю, памятник летчика. Лоб из самолета там. Членом ЗИЦ экипажа гидрологического сонда «Торос» погибли в 36 году при освоении Северного флота. Фамилии перечислены. Якорь. Вот, ну там же продолжит памятник. Будут памятники погибшим, в принципе, собираться.